Всем привет! Я сейчас нахожусь в очень удивительном месте. Это монастырь Чиу возле озера Мансарабар. Я нахожусь прямо над пещерой, где в течение 2 лет практиковала медитацию основатель буддизма Гуру Ринпоче Падмасамбхава. И сейчас в этом месте я предлагаю вам практиковать вместе, и я надеюсь, что энергия этого места тоже передастся и вам. Станьте ровно, ступни вместе, ладони вдоль туловища. Настройтесь на практику. Вдох, поднимайте руки через стороны вверх, на выдохе ладони перед грудью и накрываем ладонями живот, дыхание капалабхати. Резкий выдох, сокращаем переднюю стенку живота и затем расслабляем, позволяя произойти пассивному вдоху. Выполняем около 30 дыханий. Вдох через стороны руки вверх. Выдох, резко сводим локти перед грудью. Бхастрика, более глубокое гипервентиляционное дыхание. Очередной вдох, поднимаем левую руку вверх, наклон вправо. Легкая задержка и выдох в исходное положение. Вдох, правая рука вверх, наклон влево, выдох. И повторяем, поднимая обе руки вверх, переплетаем пальцы над головой, вытягиваемся снова вправо, возвращаемся в исходное положение, опуская руки, и снова вдох, руки вверх, переплели пальцы, наклон влево, на выдохе вернулись. Вдох, руки через стороны вверх, выдох, руки через стороны, ноги на ширине бедер, и выполняем вращение тазом, а за тазом всего корпуса и рук. Обратите внимание, ступни стоят параллельно. Колени внутрь не заваливаются. Движение происходит от таза. Вращаем туловище вокруг центральной оси позвоночника. Руки полностью расслаблены, как плети. Или как вертолет, который вы делали в детстве. Почувствуйте, ваши мышцы абсолютно расслаблены. Можете представить позвоночник, вокруг оси которого вращается ваше туловище, мягко растягивая глубокие мышцы позвоночника. Смотрим в одну точку прямо перед собой. Не поворачиваем голову и тем не менее вытягиваемся макушкой вверх, а копчиком вниз, слегка подворачивая таз, вытягивая поясничный отдел и шею. Мягко заканчиваем. Вдох через стороны руки вверх. И на выдохе начинаем вращение рук вперед, приседая и даже мягко подпрыгивая. На выдохе выталкиваем воздух со звуком ха. Затем вдох и выдох через плотно сжатые губы, опускаем ладони вниз, пропускаем воздух. Махи ногами вперед-назад. Вес тела переносим на правую или левую ногу и машем свободной ногой, балансируя руками. Фиксируем точку перед собой, держимся за нее взглядом. Не увеличиваем амплитуду, если теряем баланс. Если же вы чувствуете себя уверенно, то увеличиваем амплитуду и переходим к восьмеркам. Ногой рисуем восьмерку. Если же вы теряете баланс, уменьшаем амплитуду. Меняем ноги,
Махи вперед-назад. Следим за тем, чтобы плечи, руки были расслаблены. И помогаем себе удерживать баланс с помощью движений тела. Двигается не только нога, но и руки. И переходим к восьмеркам. Постепенно увеличивая амплитуду или уменьшая, если вы чувствуете, что теряете баланс. Возвращаемся в исходное положение. Ставим правую ногу вперед и рисуем восьмерки левой рукой. Правая рука под пупком. Держим центр тела, анатомический центр тела внизу живота. Чувствуем под ладошкой центр тяжести и отпускаем левую руку. Меняем руки, движется правая рука легко, как будто бы у вас в руке ведро воды, которое само оттягивает вашу руку. Можно приседать, но движение происходит за счет движения туловища. Мышцы руки абсолютно расслаблены. Снова ноги на шине бедер. И теперь на вдохе поднимаем руки вверх и создаем волну вдоль туловища. Начинаем медленно, затем постепенно ускоряемся. Вдох из земли в небо, выдох из неба в землю. Ставим вперед правую ногу. И движемся продольно правой ноге в своем темпе. Меняем ноги, левая нога впереди, и обе ноги снова вместе. Волна из неба в землю, из земли в небо. Координируем внимание, движение, дыхание. И пробуем ходить. Правая нога, левая нога. Правая нога, левая нога. Вперед, а затем назад. Продолжаем чувствовать волну вдоль всего позвоночника, от пяток до макушки. И возвращаемся в исходное положение. И очень постепенно замедляем движение волны. Как будто бы мы замедляем движение в воде. Вдох, поднимаем руки. Выдох, опускаем через стороны. Ладони перед грудью. Заканчиваем практику. Вдох еще раз. Руки вверх.
Выдох, пропускаем сквозь себя ощущения дыхания жизни, дыхания кожи. Складываем ладони перед грудью. Благодарю вас за практику. Это была йога на озере Манасаровар возле монастыря Чия. Of the Bema Samoa. Ага. At the time of the 8th century. Чиу монастырь. Чиу кив.